По данным Министерства социального развития, у нас по состоянию на 2015 год около 28 тысяч детей от 0 до 18 лет, имеющих ограниченные возможности здоровья. И всего лишь в республике функционирует сейчас для детей, имеющих различные нарушения зрения, слуха, речи, интеллектуального развития, всего лишь 15 дошкольных организаций, в которых около 2 тысяч детей. То есть мы видим, что потребность детей в получении специальных образовательных услуг очень высока. Конечно, мы понимаем, что на сегодняшний день государство не может обеспечить, что в каждом районе, регионе открывались или специальные группы, или специальные детские сады для детей, имеющих ограниченные возможности здоровья. Поэтому при разработке программы «Наристе» вопрос инклюзивного образования детей был проведен красной линией. То есть получается, что вопросы инклюзивного образования включены в эту программу. И сейчас родители, я думаю, что очень довольны тем, что ребенок, имеющий небольшие ограничения, которые можно за год, да, за 480 часов, его немножко подтянуть, откорректировать те нарушения, которые у него есть, и он уже к 1 сентября, когда пойдет в школу, будет иметь равные старты и возможности со своими обычными сверстниками.